Привет-привет! С вами я, Лилия Донскова, и целых 10 новых оттенков карандашей для губ из серии The One компании Oriflame. Ура! Смотрю на них и радуюсь. Столько цветов классных! И я думаю, что можно будет подобрать теперь гораздо проще под любой оттенок помады. Давайте их все попробуем, чтобы вы имели представление о каждом цвете. Буду тестировать их на руке, но при хорошем освещении. Поехали! Первый оттенок 41-147, нюд. И пробуем его вот тут, вот первый номер. Ой, слушайте, он классный, какой хороший карандаш. И как и предыдущая серия, очень легкое прикосновение сразу дает плотное покрытие. Я вот без контурных карандашей редко ношу помаду, потому что, мне кажется, губы становятся более эффектные, такие красивые, когда есть контурный карандаш. Второй оттенок карамельный. Карамелька. Ой, ну это так под теплые светлые оттенки помад. Очень хороший цвет. Следующий оттенок пыльная роза. Пыльная роза. Кстати, один из моих любимых цветов. Угу. Он более насыщенный, чем первый. Обратите внимание, они близкие по цвету. Нюд и пыльная роза. То есть нюд все-таки дает розовый оттенок. Следующий просто розовый, он, наверное, будет яркий, да, он уже поярче. Специально делаю вам полосочку потолще, чтобы вы могли рассмотреть. Далее малиновый, малинка, ага, такой яркий-яркий цвет. Далее оранжевый, кстати, оранжевый у нас никогда не было цвета. У нас много оттенков оранжевых, а карандашей никогда не было. Были коралловые. Слушайте, цвет вообще красивый. Вас не оторвать. Далее красный. Мне кажется, красный очень... Ну нет, отличается, конечно, вообще близок с малиновым. Угу. Следующий цвет винный. Винный. Ох, какой красивый. И вот прям одно удовольствие с этими карандашами работать, потому что они и ложатся хорошо, и стойкие, не растекаются. Сливовый. Это уже 9-й. Ох, какой классный. Как я раньше любила такие помады, а сейчас они мне не очень идут. И завершает шоколадный. Вот мне интереснее всего было шоколадный попробовать, потому что я люблю больше всего коричневые помады. Такие вот теплые, да, он темный. Ну-ка, если легкое прикосновение. Ну, вполне. Вот мне не хватает здесь теплых оттенков, потому что в основном все холодные оттенки. То есть для любителей холодных цветов на любой вкус есть. А вот в плане теплоты очень мало. То есть получается второй цвет карамельный и последний шоколадный. Ну да. Не слишком большой выбор, но тем не менее можно и с этими карандашами классно сделать макияж губ. Вот прям сижу, любуюсь этими оттенками. Действительно, сейчас будет намного проще подобрать контур более точно под оттенок любимой помады. А чем он более точно подходит, тем, естественно, будет красивее и проще сделать макияж губ. Я рекомендую именно карандаши из серии The One, потому что я выписывала себе карандаши серии Giordani, On Color, сейчас новая серия Color Box, сейчас новая серия On Color, но эти самые лучшие. Я их просто обожаю, обязательно себе выпишу хотя бы парочку новых оттенков. Спасибо вам за внимание, до новых встреч, с вами была Лилия Донскова, пока-пока!